Салют, салют. Всем салют. Всем салют, дорогие друзья. Хай-хай. Хай-хай-хай. Ну что, дорогие друзья, как кто из вас с Караганды пишет? Как у вас дела? Как у вас вообще происходит? Что у вас происходит? Это пятница, что ли? Пятничный вечер. Что происходит у вас? Дома собираетесь куда-то пойти погулять, отдохнуть, наверное. Провести хорошее время с друзьями. Всего вам хорошего, удачи. А мы... Иди как официально одет. Думаю, выйду перископ, не всегда, не так часто одеваю галстук, порадую ребят, чтобы посмеялись. Вот. Мы в 23:50 вылетаем в Казахстан. Завтра у нас уже концерты. Алматы, Астана и Караганда. Три города подряд. Будем выступать, так что Казахстан, всех ждем. Приезжайте на концерт. Да, даже точно надо проверить, да? А где второй телефон? Короче, ну, точно. Так что вот так. Так что вот так, дорогие мои друзья. Желаю вам всем хорошего пятничного вечера. Повеселитесь хорошо. Только не громко, чтобы, не дай бог, не помешать громкостью музыки отдыху. Кирилла Толмацкого. Потише, будьте тише просто. В Москве, да и вообще везде, потому что громкая музыка может донестись до ушей Кирилла Толмацкого откуда угодно. Так что вот так. Ладно, это шутки, все. Ну еще чуть-чуть я просто траванул, а так уже все сказано. Уже не весело, уже скучно. Нагана скоро лакшери. Так что, я думаю, ты знаешь, я размышлял вообще о происходящей ситуации, вообще, ну, со всеми этими судами, там, тому по скандалами. Это вот, это витает в воздухе, это вот вызывается дух Нагана, да, вот этими критическими ситуациями, потому что вот так сошлось. Либо это я заплатил за пиар, вот. Да. Потому что скоро будет альбом. И удивительно, что Серега не сказал ничего, как по факту заминирования самолета, почему он не сказал о том, что выходит альбом Нагана Лакшери. Как так? Почему это было пропущено мимо ушей? Житомир, привет. Сургут, всем привет. Так что вот так. Так что вот так. Лондон. Так что мы едем. Все, паспорта нам сегодня отдали. Визы поставлены. Лондон, потом Дублин, Англия, Ирландия. Почему камера? Ждем. Вот. Не успеваю так быстро. Очень быстро. Так что вот так. Погодка у нас вот такая. Погодка вот такая. Moscow wanna know. Из готовых, чтобы погонять в дорожке, послушать, что там как. Ну, пока мне очень все нравится. Очень все нравится. Мы идем хорошим звуком, хорошей музыкой. Как сказала бы моя мама, юморок хороший, только черноват. Ну и на что я готов ответить? Это же Наган. Это лакшери, понимаешь, да? Лакшери. Жизнь удалась, лакшери. Какие вот. Так что вот так. Альбом. Такие вот дела, ребят. О, галстук красивый, сказали, спасибо. Я ждал, когда кто же напишет мне, что галстук красивый, что галстук красный. Питер, привет. Харьков, привет. Ростов, Лондон. Фу, меня чуть не... Короче, не успеваю читать, подукачивает малех.
Так что вот так. В принципе, вот такие вот делишки. Мы сейчас едем на студийку, собираемся, я вылетаю в Казахстан. Казахстан, встречай. Да, в принципе, ты всегда хорошо нас встречаешь. Так что вот так. Все, обнимаю.